Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня топ-3 букса, которые платят инстантом. Продолжаю мониторить эти 3 букса на вывод. Первый букс — это серпантин. Давайте выведем. У меня на балансе 43 рубля. Нажимаю «Выплатить». Выбираем платежную систему. Сумму вставляю 43.30, поставлю. Вывести. Выплата успешна. Переходим на Pair кошелек. Тут, как видим, 10 число. Сегодня у нас 11. Обновляю страничку 11. Дата февраля 11. Дата операции 11 февраля. Перевод выполнен. Сумма получения 42.89. С учетом комиссии. Комментарий. Серпантин. Следующий букс у меня — Битнер Клуб. Здесь у меня на балансе 15 рублей. Так. Вывести. У меня Pair кошелек. Нажимаю сумму. 15.40. Выплатить. Статус выплачен. Идем на кошелек. Обновляю страничку. 15.25 прибыло. Дата операции 11 февраля. Перевод выполнен. Сумма получения 15.25 с учетом комиссии. Комментарий. Выплата — Битнер Клуб. И следующий букс — это BTC Букс. Здесь мы собираем, зарабатываем биткоин сатоши. У меня 1216 биткоин сатошиков. Нажимаю вывод. Pair. И здесь уже как бы у меня прописан Pair. Сумма минимум здесь 500 биткоин сатошиков. Так, доступно 7.60. У меня как бы проверяю, чтобы у меня все правильно было прописано. Так, 1216. Итого к оплате 7 рублей 60 копеек. Нажимаю «Вывести». Выплата добавлена очередь. Здесь как бы идет сначала на модерацию, а потом она уже приходит на кошелек. Здесь я уже проверяла на вывод. 558 биткоин сатошиков. Как бы все выплачено. Даже обновлю страничку. Нет. Вывод придет после проверки. И здесь оставить отзыв ВКонтакте. Есть группа ВК. И здесь после того, как мне придет, я здесь уже как бы оставлю отзыв. Вот такие 3 букса. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. Это вообще шикарный букс. Я сюда захожу 3-4 раза за день. Битнер тоже обновляется. Я захожу, ну, раза 3, да, захожу. Но сюда я пореже захожу. Здесь я обычно ближе к вечеру один раз. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.